Добрый день, подписчики игромании, с вами Лестер, и мы продолжаем играть в Faster Than Light, и я, как вы помните, если вы смотрели предыдущие выпуски, оказался в немного такой плохой для себя ситуации, потому что, если я сейчас не найду оружие в последнем седьмом секторе, то, у меня просто не хватит огневой мощи, чтобы убить финального босса. Я вот вижу, здесь есть магазин, поэтому давайте мы сначала сюда залетим, потом в него вернемся. Я надеюсь, там есть оружие, которое хотя бы делает, какой-нибудь лазер или ракетная установка, которая делает два выстрела. Ну, ракетной установки будет достаточно одного выстрела, но я думаю, вы поняли мою мысль. То есть мне нужен либо лазер, который стреляет два раза, как минимум, либо ракетная установка, которая мне поможет. Вообще, хоть какое-нибудь оружие нужно. Так, давайте сбиваем щит Золтанский. Не, пока не получилось, но ладно. Главное, чтобы сейчас чувак сбивал наши ракеты, потому что у этих огневой мощи не хватит, чтобы меня пробить. У них это кал полный оружие, поэтому... Нормально, ну не считая ракет, конечно. Ракеты у них дерзкие, это я не спорю. Но ракетами занимается вот этот парень, поэтому все потрясающе. Давайте, друзья, я надеюсь, сейчас получится попасть... нет, что ж, они уворачиваются очень некисло, я бы сказал. Но ничего, друзья, я надеюсь, рано или поздно мы их сейчас пробьем, но бой обещает быть долгим, потому что они уворачиваются. Да, последний пролетел мимо, к сожалению. Вот видите, уже огневой мощи не хватает, чтобы даже без проблем убить корабль с тремя слоями щита. А у повстанческого флагмана вообще 4. Поэтому я их однозначно никак не пробью. Вот, у меня есть шанс. Не, давайте даже вот через оружие. Вот так, да, пропилим. Нормально. Лом, все, принимаем взятку, нормально, я доволен. Еще есть магазин, друзья. Просто сейчас, если здесь нет оружия, может там что-то есть. Потому что очень давно не попадалось... Очень давно не попадается магазинов, где есть какое-то оружие. И сейчас их здесь тоже нет. Экипаж я новый покупать не собираюсь, потому что мне этого не хватит. И здесь магазин. Ребят, три магазина на отсек. Я не знаю, я на Кировский рынок, что ли, прилетел или что? Слава богу. Пегас, Гермес. Лучше, значит, покупать... А у меня ракет до хрена, поэтому чтобы лучше купить? В любом случае, ионы... Нет. Не он, вот этот лазер мы будем продавать. И у меня, если что, хватит денег и на Пегас. Так, смотрите, энергии требуется 3. Так, хорошо. Длительность перезарядки 20 секунд. Расход ракет выстрела за один цикл 2. Урон от выстрела 2. Проникает сквозь 5 слоев щита. Так, длительность урона от выстрела проникает сквозь слоев щита. Расходует ракета. Друзья, вот это вот повыгоднее пушка будет. Поэтому ее надо покупать, энергии требуется 3. Поэтому если я сейчас продам тяжелый лазер, одиночный, вот этот вот лазер, то у меня мне надо будет покупать еще 2 ячейки энергии. Как раз 2 ячейки энергии под оружие. Да, надо будет копить деньги, в общем, что я хочу сказать. Давайте рискнем. Сейчас магазин... А, нет, смотрите, я сейчас продам вот этого чувака. Не хватает 2 лома на ракеты, обидно, но подождите, прыжок. А нет, если я сейчас не упрыгну, я не успею в этот потом магазин обратно вернусь, поэтому придется еще и продавать лазер. Никак не отвертеться. Ладно, давайте. Корабль. Нет. Магазин. Продаем лазер. Покупаем ракеты Пегас. И сейчас, получается, луч копье придется отключать, запитывать ракеты Пегас. Вот как-то так. Орудовать, вот, если что, в зависимости от того, какая ситуация будет. Но надо копить теперь на оружие. Копить деньги, вернее, на покупку ячеек для оружия. Ну что ж, друзья, ситуация спасена. Теперь у меня есть шанс воевать с крейсерским боссом, помочь кораблю Федерации. Давайте запитываем защитника. Смотрите, дерзкий какой, черт, больно быстро крутится. Теперь убираем луч копье, запитываем Пегас. В принципе, даже луч копье тоже потом можно запитать, импульсный лазер отключить. Если что, сейчас стреляем Пегасом. Да, это не страшно. Они не успеют сквозь... Не смогут сквозь 4 слоя щита пробиться у меня. Зато главное, чтобы мой чувак сбивал ракеты. Теперь смотрите. Пегасом. Сейчас еще посмотрю, сколько ракет расходует. Выносим щит. Да, всего лишь одну... расходует одну ячейку ракеты. Вернее, одну единицу ракет. Но стреляет двумя. Потрясающее оружие. Повезло мне с ним. И сейчас, я надеюсь, еще одна ракета мимо-то не пролетит. Попадет в цель. Как раз не зря я копил, во-первых, еще и ракеты все эти. Так, неплохо. Щит, в принципе, вот так, друзья, можно и жить. Добивать щитом, и все. Урон от выстрела 2, если я не ошибаюсь. Так, сейчас, смотрите, просто благополучно их собьем. Надеюсь, сейчас все ракеты попадут в цель.
Да, друзья, все попадает в цель. Теперь сейчас еще один раз сбить их, и можно уже и лучом орудовать, потому что щита у них не останется. Но смотрите, какой щит больно клевый у них прокачанный. Ни в какую просто не пробивается. Щит полностью отключаться не хочет, он очень не кислый у них прокачан. Все, нет, еще не все. Вы смотрите, щит чинит на ходу просто. Дерзкие чуваки, я сколько уже ракет на них потратил, до хрена. Я надеюсь, следующий какой-нибудь враг будет не такой дерзкий. Смотрите, еще уже починили до конца щиты. Сейчас главное, чтобы две ракеты эти попали куда надо. Вообще мимо, да какой же у него ворот-то вообще тогда получается? Друзья, это жесткий какой-то чувак, просто невозможно. Недовольный я своей командой, потому что очень неточно стреляют. Вообще мимо, да я не представляю, это какой же у ворот у него, это вообще как он может так... Ладно, давайте стреляем по кабине пилота, чтобы у ворот как-то сбить, а то больно дерзкое говно. Ублюдок. Так, давай, попадай. Наконец-то, слава богу. И ракет просрали. 7 ракет на него потратили. С кораблем Федерации связались. Еще квест нам дали. Неплохо. Давайте, друзья, может еще в магазинчик успеем. Может там что-то посмотреть более лучше для нас. Потому что 86 лома, есть, в принципе, шансы что-то купить дельное. Развернуться и принять бой, да. Давайте также ракетами сейчас собьем щиты у них, насколько сможем. И особо ракет тратить не хочется. Но это нормально, это говно у них, они ничего не смогут. Нет, может смогут? Нет, ничего, им нечего тут ловить. Давайте, ой, выбиваем щит. Потрясающе, ни одна ракета не попала. Так, друзья, давайте-ка я вот так переметнусь, лучше буду делать... Да, друзья, свою стратегию сейчас сделаю, как только у них будет кто-то сбивать... Какой-то метеор будет сбивать слой щита. На двоечку я буду стрелять лазером, потом лучом копья резать. Лучом копьем. Сейчас жду, когда астероид прилетит какой-нибудь. Ну же! Так, все, друзья, пошли. Лазер. Сука, меня видели? Один лазер угодил в ионное ихнее оружие. Как так-то? Ну, ладно, зато ионную пушку у них сбили. Так, и у них, смотрите, у ворот очень не кислый. Так, все, пошел. Сука, ну не поздно среагировал. Давайте, друзья, сейчас получится все. Главное, чтобы они никуда не улетали. Так. Маскировщик, смотрите. Да щита все-таки не кисло, дострелялись, паскуда. Так, давайте. Сбивай что-нибудь у них, ну. Сука, не успею уже допилить ничего. Вот хитрые черти, восстанавливают как щит. Ничего, сейчас я их пробью. Опять же, не хватает огневой мощи у меня. Ну? Так, слава богу, ионная пушка пролетела у них мимо, иначе мне жестко пришлось. Давайте-ка в маскировочку уйдем, пока они... Так, я профукал, надо прям сразу было стрелять. Опа, все, пошло. Вы посмотрите, восстанавливает на ходу просто. Ладно, друзья, это... Патовая ситуация, нечего с этим лазером трахаться здесь. Да. А нет, есть. Давай, метеор. Смотрите, они не успевают устанавливать щиты. Лазер, пожалуйста, запитайся. Так, ну. Ну, давай. Сука. Метеор. Ну я жду. Говно. Слушайте, вообще, что ли, они из метеоритного поля вылетели? По мне что-то дерзко стреляют, я смотрю. Так, все. Так. Вообще просто жесть. И, ладно, ребят, все, хер с ним, надо ракетами их долбить. Даже не обсуждается уже. Давайте уходим в маскировку, пускай у меня все откатится, все свои счета появятся. Говно дерзко, я вообще не представляю, это как так-то? Сейчас ракеты зарядятся, я вам покажу, кто в доме хозяин, суки. Так. Давай, выносим щиты. Так, хотя бы так. Неплохо. Теперь, друзья, убираем ракеты. Пока не успели починить, быстрее, лазер, заряжайся, быстрее, пока не треть слой щита не починили.
Ну же, метеор! Быстрее, они сейчас починят, сука, стреляй! Метеоритный дождь! Друзья, это вообще какое-то говно полное. Мимо пролетел метеор, ну сейчас они починят. Еще мимо пролетел, они сейчас ведь починят щит. Еще мимо пролетел, да это же какая-то ситуация. Все, слава богу, пошло. Так. Ну, сука. Сколько вы меня здесь мучаете. Ну, хотя бы так. Быстрее. Заряжайся, чувак. Давай, по щитам. Даже не буду ждать, когда луч зарядится. Так, слава богу. Быстрее. Смотрите, они... И я без щитов остался здесь. Чуваки, давайте. Пили! Взятку признают. Пошли они нахер, сука, со своими взятками. Плевал я на их взятки. Я ненавижу их всем телом. Всей душой, потому что столько у меня нервов потратили. Парашники говёные. Выбиваем. И допилим просто, сука, свои взятки. Оставляйте при себе. Ребят, так дела не делаются. Надо было сразу умирать. Еще денег я получил больше за них в такой ситуации. Давайте сразу до магазина. И там еще до квеста, чтобы успеть. Фух. Ну, в принципе, тут ничего такого толкового нет, поэтому... Прокачиваем. Еще надо 30 лома мне, чтобы можно было запитать ракеты. Пегас. И будет все ништяк. Прыжочек. Давайте вот так вот прямой наводкой прямо на квест, чтобы успеть к выходу. Иначе я не успею потом. Ни хрена тут нету. Ладно. Нет, так нет ничего. Но уже с флагманом воевать можно. Даже чисто вот за счет этого оружия. Нихера! У них, чуваки, это оружие очень опасное. Еще и маскировка есть. Великолепно. Все, тут Пегас нужен, друзья. Нужен Пегас. Защитник, нет, бесполезно. Так, вот этим лучом они меня сейчас драть будут жестко. Если я ошибаюсь, он сквозь все слои щита проходит. Давайте теперь я уйду в маскировку, чтобы они не заряжали оружие. У меня хоть немножечко откатилось. Сейчас, друзья, такой план действий. Стреляем сразу в оружие. Нахрен. Такой расклад. Все, слава богу. Нормально. Все нормально теперь. Вышли они из маскировки, но у них оружие это вышло из строя. Это очень хорошо. Давайте опять же сразу прямой наводкой прямо по оружию. Даже не обсуждать, потом будем щиты бомбить. Так, нормально. Ну, я тоже могу, если что, в маскировку уйти. Давайте сейчас следующим выстрелом сбиваем щиты им. Потому что дерзкий больно. Маскировка — это херня, у них она на один уровень только прокачана, это не проблема. Ну вот, импульсный ион, вернее, ихняя пушка, вот это жесткое говно. Подождите, теперь сбиваем им щиты. Нет, они оружие починили. Но надо щиты сбить, это тоже очень важно. Давайте теперь уходим в маскировку, пока зарядимся. Они пока там тоже что-то думают. А, в принципе, у меня все все откатилось, хотел сказать. Сейчас уйдут. Они сейчас щиты будут чинить, это однозначно, но... Давайте стреляем. Мимо пролетели. Ладно, сейчас опять щиты надо забивать. Быстрее, пока не чинит их. Я боюсь вот этого лазера ихнего. Так, сбили щиты, теперь сбиваем оружие. Давай. Фух, слава богу, а то же лазер готовился был стрелять по нам, он зарядился. Уходим тоже в маскировку, потому что эта пушка и он у них просто дерзкая, она каждые 4 секунды стреляет. Мне нужно время, чтобы щит восстановился. Да и оружие подзарядились. Так, давай сбиваем. Великолепно сбили, просто я доволен. Но все, друзья, добили, нормально, разрядили. Топливо 45 лома, давайте корабль прокачиваем опять же по максимуму. Ну, не хватает на ячеечке, но ладно, нормально. Полностью оружие запитаем, все, которое только есть. И прямиком на квест в бедствие. Это потом, если будет время, мы отнемся туда. Так, этот у нас... Давайте атакуем его, чтобы добраться до склада, потому что этот чувак больно дерзкий. И с него, я думаю, не кисло можно... Каждые 4 секунды стрелять. Да что ж мне не везет-то? Давайте в маскировку идем, сейчас огребу. Так, смотрите, сейчас... Выбиваем пегасом из строя щиты, насколько это возможно. Так, теперь стреляем по оружию. И лучом копья, копьем, лучом копьем дорезаем.
Все, друзья, очень-очень здорово. Все, импульсным лазер, просто теперь их раскладываем, и все, это не страшно уже. Все, друзья, слава богу, один раз только успел пальнуть, меня пшикнуть этой херней своей. Огненную бомбу еще получили. Она у нас что дает? Телепортируется взрывное устройство, предназначено для нанесения повреждений экипажу. Вызывает возгорание, может использовать на вашем корабле. Нет, друзья, мне это не надо. Я это при возможности продам. И к выходу я тоже не успеваю. Нет, в принципе, успеваю, если я на квест не буду заглядывать, но я загляну. Ремонтного дрона еще наш. Смотрите, друзья, очень не кисло я успел оснаститься, денег полно. Давайте сейчас до выхода немножечко тут потусуемся, купить топливо. Топливо мне вообще не нужно здесь уже, потому что я сейчас скоро буду уже, скажем так, в последнем секторе, меня там и топливо дадут, и все дела. Давайте успокоим зараженных. Вон, видите, успокоили, еще получили кучу всего. Прыжок до хрена всего здесь. Давайте корабль прокачиваем. Оружие больше качать не надо. Щиты не надо. Маскировку на максимум принять. Запитываем ее. Теперь корабль. Сенсоры, двери по максимуму на абордаж защищаться, чтобы ячейки энергии. Теперь, ну вот как-то так. Потом еще надо... Подождите, у ворот надо будет прокачать 3 ячейки. Я надеюсь, мне потом до финального босса хватит денег, чтобы прокачать хотя бы немножечко двигатель с энергией, чтобы у ворот повысить. Это тоже очень важно. Но ничего, друзья, сейчас мы нарвались на повстанцев, но... Слушайте, телепортироваться ко мне хотят. Как чуяло, я прокачал двери. Ну, то, что как чуяло, это, конечно, хорошо, но... Мне... Их не обесточить здесь. Придется с ними драться. Пока, подождите, пока с ними дерусь, я начну откачивать воздух отсюда, чтобы... Потом просто своих отправить в медотсек. Смотрите, ну это пушки, это просто маскировку достаточно будет уходить. Так, друзья, все, пора отправлять своих в медотсек и оставлять этих без кислорода. Оп, не ждали, чуваки, сейчас задыхаться начнете. Все, все, да. А, успели доломать сенсор немножко, давайте я ухожу в маскировку. Не кисло, смотрите, как прошлись по мне. Пегасом я вывожу из строя оружие ихнее. Так, нормально. Сейчас, смотрите, задохнуться. А телепортер, походу, не успел перезарядиться. Нет, успел перезарядиться, ну, черти. Давайте, чуваки, бегите, почините быстрее и... Ой-ой-ой, нет, подождите, там кислорода нет. Все, теперь есть. И сейчас почините, бегом на оружие. Смотрите, у него жизни почти нет. Так, все, возвращаемся. В строй, закрываем. Теперь выбиваем у них щит. Отлично, теперь... Да просто все, друзья, в медотсек выносим на всякий случай. И лучом прям вот по ним вот так вот проходимся. Нормально, одна пушка не работает, это вообще не страшно. Теперь, друзья, просто раскидываем. Давайте стреляем по щитам. Горят! Смотрите, горят, ребята. Мне даже уже ракеты тратить не придется. Ну раз, чуваки, горите, горите дальше, что вы это заслужили. Давайте вот как-нибудь вот так, чтобы вообще все задеть. Вот и помер дед Максим, и сейчас эти помрут тоже. Давайте лазером добиваем. Все, друзья, повстанцев разложили, одно топливо даже получили, неплохо. Давайте, финальная битва, друзья, посмотрим, получится ли получить, вернее, проучить повстанцев, суть задания изложили, все хорошо, 10 топлива. Что ж, давайте, вон он затаился, там ублюдок, потихонечку к нему будем лететь, побольше, как можно больше денег сейчас попытаемся еще заработать, лута. Продолжить. Давайте защитник. А, не хватает энергии. Сейчас, сейчас будет хватать, нормально. Защитник. Нет, даже можно снять одну с маскировки. Вот так, двигатель запитать. Три слоя щита, опять же, сейчас придется стрелять ракетами. Ракет у меня мало, но чем черт не шутит. Это тоже говно полное. Они никакого вреда мне не нанесут. Главное, чтобы наш защитник сбивал ракеты. Так, давайте стреляем, сбиваем щиты по стандартной схеме. Так, теперь выводим из строя. И дорезаем. Вот. Нет, надо через щиты. Вот так вот. Опачки! Нормал! Теперь опять лазер, пускай так и стреляет по щитам. На автогонь даже поставить, чтобы не давать им шансов починить их. Блин, чувак, ну ты должен был не давать шансов починить им их. И чтобы я еще и ракеты не тратил. Что за борода? Давай быстрей. Нормально. Теперь опять же
допилим, прям сквозь чувака режем. Чтобы у них жизни убирались. Так, автоогонь тогда снимаем. В дальнейшем, чтобы... Так, не-не-не, ты тоже пока не стреляй, два слоя щита, ты не пробьешь. Главное, чтобы он сейчас не успел починить до того, как зарядится луч. Давай, чувак. Нормально. Опа! Не кисло, сейчас чувак просто задолбался чинить, он, знаете, как ДЦПшник. Повторно чинит, чинит, но все ломается, он не получает все одно и то же по кругу. Давайте. Достреливай. И, смотрите, у них кислород даже начал убывать. Ну, он его починил, но тем не менее нормально. Ага, значит, есть денежки. Запитываем у ворот. Все, неплохо, друзья, двигатели в порядке. Прыгаем в ремонт, там тоже сейчас лом, там все дела дадут нам. Главное, еще ракеты дали, отлично. Да, все, ракеты, чтобы еще с флагманом сражаться. Теперь еще успеем еще на одну ячейку до того, как настигнем крейсер повстанцев. Ух ты, 4 слоя щита, чуваки. Вот это вот дерзкий парень. Ну вот, вот собственно, сейчас мини-репетиция такая, опять же, с сражений с флагманом, потому что... Давайте в маскировку идем. Защитника здесь запитывать не надо. А, не могу пока накинуть маскировки. Такая мини-репетиция, на самом деле, потому что как раз у... Вот и все. У противника-то, у главного нашего босса 4 тоже слоя щита. Я надеюсь, так же легко я их смогу разрезать. Так, дальше у нас... Что по плану? По плану дальше его сейчас раскладывать. Одну как раз больше ракетами стрелять не будем. Стреляем, забиваем щит. И дорезаем. Все, один раз осталось пальнуть буквально. Давайте запитываем маскировку и... Медотсек на всякий случай. Все, получим сейчас, я думаю, не кисло лома, я на это надеюсь. 52, хорошо. Корабль. Ладно, прокачаем. Энергию дополнительно лучше возьмем. Потом движок будем качать. Так, чуваки, прыгаем. Против сейчас нашего главного врага. Да, наконец-то мы его настигли. Давайте запитываем быстрее защитник, убираем с медотсека. Так, ремонт систем дрон тоже на всякий случай можно потом будет запитать, чтобы он катался, чинил там все подряд. Эту маскировку ушел, это неплохо, но, друзья, сейчас... Сейчас вся надежда на Пегас и на то, что мне хватит ракет. Подождите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Ну, 20 ячеек у него жизни, это 10 ракет Пегас, чтобы полностью вырубить его. Но у него, сука, хороший ворот, Я в этом уверен. Давайте уходим в маскировку. Так, благополучненько все для нас закончилось. Давайте. И сейчас надо будет долбить щиты, чуваки. Просто сбивать щиты. Так, хоть так. Неплохо. Хотя бы так, хоть одна дошла. Но сейчас он щиты успеет починить до того момента, как у меня что-либо перезарядится. Тем более он ушел в маскировку. Так, сейчас у меня главное, чтобы успел маскировку откатиться до выстрела ракет. Подождите. Сбивай, чувак. Отлично, чуваки. Спасает меня наш дрон. Далее, это пока не успел. Успел починить. Скотина. Неплохо. Сейчас, смотрите, у меня есть... Кислород. Чини, чувак, быстрей. Не так все страшно. Друзья, у меня сейчас пока не тушит пожар, есть преимущество. Потому что они сейчас еще пока огонь потушат. Смотрите, у них вообще догорел щит. Ухожу в инвиз. У них щит-то догорел, между прочим, поэтому у них вообще два слоя. Мне сейчас главное... А, их там целых трое аж чинит. Сука, давай, ракеты, Пегас, быстрее стреляйте. Три слоя, сейчас 4 будет. Сейчас они полностью ведь починят. Втроем-то. Нет, не успели до конца, но нормально, нормально. Живем. Угу. Неплохо. Сейчас, я надеюсь, успеет маскировка откатиться, прежде чем про... Нет, не успеет. Чувак, конечно, у нас молодец. Что-то замешкался, я смотрю. Одну только ракету сбил. Херово. Так, ну, друзья, шансы есть пройти. Так, закрываем. Ну, попади всеми, пожалуйста, ракет. Две, что попало. Слава богу. Теперь, друзья, лазер. И...
пилим. Вот так вот. Сука, забегали. Так, маскировочку подбили, нормально. Чинимся быстрее. Слушайте, ну, конечно, им надо сейчас в маскировку идти наперекур. Но я этим тоже воспользуюсь, потому что сейчас тоже спокойненько похилился. Маскировочку восстановили нашу. Друзья, первая бита проходит вполне нормально. Смотрите, какие дерзкие черти там. Так. Маскиров. Теперь мне надо. У них щитов нету. Друзья, расстреливаем. Давайте просто как-то, я не знаю, быстрее, чтобы их убить. Я этим чуваком... Убегайте сюда. Тут быстрее все открываем. И тушим медотек. Все, друзья, разбили. Все, отлично. Сейчас просто надо похилиться. А, детали дронов, лом. Все, отлично. Получили, друзья. Так. Вы бегите, чините сенсоры. Сейчас... Слушайте, ну как? Зачем он гореть начинает? Сука. Тут же воздуха нет. Как он горит? Там вакуум. Все. Так, закрываем. Сейчас пускай восстанавливается кислород. Немножечко откроем везде все двери. Чините дальше. Этот у нас просто ремонтник. Этот у нас стоял за щитами. Беги на щиты. Воздух, сейчас восстановимся. Починились сейчас. Друзья, очень напряженно, но хоть какие-то шансы есть пройти. Теперь корабль. Надо прокачать двигатель. Нахрен, блин, нахрен я прокачал двигатель. У меня не хватает теперь ячеек, ни один... Ой, не хватает теперь энергии. И ниоткуда ее не снимешь. Зачем я двигатель вообще прокачивал? Ладно, вступил. Окей, ладно, все, закрываем двери. И прыжок. Запав с танцем. Так. Продолжить. Защитник в бою, в бой. Надо, чтобы, главное, он сбивал этих гондонов, которые летят на меня. Чувак, стреляй! Ну, твою мать. Сука, надо быстрее, короче, друзья. И воевать мне не с кем против этого дрона. Он сейчас будет достреливать. Быстрее надо щиты... Быстрее, короче, надо разбираться с ними. Ухожу в инвиз. Сейчас сенсоры выбьет, понятное дело. Так, сейчас волна пойдет. Быстрее волну пускать. У меня сейчас скоро маскировка кончится, чуваки. Так, все, летают, хорошо. Так, щиты держат. Великолепно. Давайте быстрее сбивать Пегас, пока не починили. Выводи из строя. Падла. Вот так вот. Смотрите, к чуваку ломится. Вооружение отсек. Давай сюда беги, чувак. Защитник работает. Все хорошо. Щиты восстанавливаются быстрее. Фу, слава богу. Угу. Терпим. Обнаружены захватчики. Где они? Ладно, ребят, мне надо уйти, пока волна началась. Черт, дверь сейчас не закрывается. А, все, закрывается, нормально. Ну, друзья, сейчас этого дрона, я надеюсь, мы раздолбим. Давайте быстрее Пегасом, опять же, по оружию. Так, пожалуйста. Так, и ты беги, хилься, чувак. Быстрее. Охренеть, тут, смотрите, две аж пробоины. Лечись. Нечем лечиться, убираем с двигателя. Давай, чувак, ты мне важен, не умирай. Щит не успевает регениться. Смотрите, как жестко. Друзья. Так, двигатель нормально, нормально. Терпит, щиты восстанавливаются, терпим. Этот сбил абордажник, очень повезло. Так, ракетами. Пегас, давай. Сука, главное пережить. Вот так вот. Отлично. Смотрите, чуть абордажник не влетел в медотек. Слава тебе, Господи, спасибо. Ой, не знаю, зачем говорю слава тебе, Господи, я же не верующий человек, но ладно, пойдет. Нормально все. Так, корабль, покупаем энергию, чтобы запитать все, что можно. Давай, ты, чувак, починился, ты не совсем. Бегите, латайте быстрее. Сейчас вот так сделаем, они сейчас сколько возможно починят. Потом же, когда начнут умирать, отправим их лечиться. Давайте, лечись. Ты дальше чини.
Все, отлично, друзья. Сейчас починить сенсор, и мы видеть будем ситуацию на своем корабле. Вы теперь вдвоем бегите тугрики, чините вот это. Беги, хилься, починил, все, молодцы. Вы уходите из вакуума. Совсем что ж с ума сошли, без воздушного пространства сидеть. Так, ремонтик сейчас у нас дочинится. И, друзья, останется последняя битва, и все. Смотрите, как дрон, он прям на корабле стоит. Последняя битва, самая легкая, кстати. Но я могу не справиться. Поддержите меня, друзья. Скрестите за меня кулаки. Так, что нам дальше можно сделать? Прокачать хотя бы что-нибудь. Можно, в принципе, мне больше уже не на что тратить лома. Прокачаем вот эту систему. Это, знаете, если пилот не будет... Нету пилота за в кабине. То есть, если мне по каким-то причинам придется его утащить из кабины, то уворачиваться корабль все равно будет. Смотрите, уворот 40%. Охренеть. А в маскировке, наверное, вообще 150. Так, теперь прыжок и все, финальные биты. Последние самые последние сражения. Продолжить. Сейчас главное золтанский щит у них сбивать. Ну, вот, собственно, чего и ждали. Телепортировались к нам в кабину пилота. Драться с нами. Удачи им. Давайте пока импульсный лазер на автоогонь поставим. И ракеты еще поставим. Пускай долбит. Все, чтобы долбило по максимуму. Так, друзья, вот смотрите. Сейчас потихонечку такую стратегию будем проворачивать. Защитника запитать. А, энергии не хватает. Все. Нет. С двигателя надо одну убрать. Сейчас медотек понадобится. Давайте защитника. Вы оба бегите, хильтесь. Теперь уходим. Вот так вот сделаем. Так. Вот и сделали. Нет, чуваки, убегайте отсюда. Там тоже говно. Ситуация говно. Мне нужно уйти в маскировку, чтобы хоть как-то пилота, кабину пилота дрючат. Так, открываем, все. Ребята, чтоб воздуха не было. Они сейчас и маскировку дадут. Так, кабина пилота пиздец. А ящик... Все, нормально, так, подождите. Стреляет пускай только ракеты на автоогне. Автоогонь у ракет. Так, смотрите, теперь запираем их. Открываем. Ты, чувак, беги в самую клоаку, чини. Да откуда они еще? Так, закрываем дверь. Мне надо, чтобы эти успели починить. Сейчас эти умрут. А-а-а! Они должны были умереть. Так, чё, я уже совсем отвлекся. Сейчас скачок напряжения будет, и мне пизда. Даже никак, иными словами, не выразиться. Друзья, щиты, хотя бы один слой. Жопа полная. Давай, чини кислород, быстрее, эти умирают там. Защитник горит, система... А, нет, не горит, нормально. Они сами себя подожгли, друзья. Корабль тоже трещит по швам, как и у них. Друзья, надо в маскировку улететь. Уйти, вернее, давайте, и быстрее. Чтобы... Так. Чтобы воздуха здесь не осталось. Сейчас ведь... Да горит все, сука. Быстрее. Кто-нибудь выстрел, последний остался, ну... Так, чуваку прорвались, ты уходи в двигатели, плевать на все, стреляйте, ракеты, пегас, что-нибудь, быстрее. Да, друзья, да, получилось. Закрываем все двери быстрее. Ну все, друзья, получилось, все, забили всех. И крейсер на ладан дышал, какая же ситуация опасная была. И смогли. Друзья, получилось у нас пройти с вами за корабль Инжи, чуть ли не сказал, за сектор Инжи. Получилось пройти за корабль Инжи, потрясающе. Возвращаемся назад. Ой, не надо переигрывать, быстрее в меню. Да, все, получилось у нас пройти, друзья, слава богу, смогли на крейсере Инжи одолеть флагман повстанцев. Повезло, что нашли эту ракету Пегас, это оружие, которое нас буквально спасло. Иначе бы воевать дальше не было бы смысла. Поэтому, друзья, очень классно. Повезло. Спасибо всем, кто смотрел. До новых встреч. С вами был Эстер. Подписывайтесь на канал Игромании. Увидимся позже. Пока.